Привет, ребята! Почему вы так быстро едете? Вы направляетесь на гоночный трек? Это то место, где вы должны ускоряться? Вы с ума сошли? Не проезжайте между ними! Вы, ребята, оба поцарапаны, не так ли? Я говорил вам ехать медленнее. Почему бы вам не отправиться к Тому? Он сможет закрасить эти царапины. Но не так быстро! Привет, Мэтт. Похоже, Тома нет в городе. Ты тоже хотел покраситься, да, Мэтт? Супергрузовик. А это идея. Здравствуй, Карл. Некоторым машинам нужна покраска, а Тома нет в городе. Ты сможешь помочь? Во что ты превратишься? Передвижная малярная мастерская? Потрясающе! Вау, отлично выглядишь, Карл! Ребята, супергрузовик здесь, и он превратился в передвижную малярную мастерскую. Ну что, кто первый? Правильно, Джерри красный. Отлично выглядишь. Краска высохла. Какую наклейку ты хочешь, Джерри? Номер один, да? Я не уверен, что Тайлер с этим согласится. О-о-о!
А какую наклейку хочешь ты, Тайлер? Ребят, ну вы не можете быть оба номером один. Верно, Мэтт. Им придется решить это на гоночном треке. Но будьте аккуратнее по дороге туда. Спасибо за помощь, супергрузовик. Счастливо оставаться, Мэтт. Супергрузовик! Привет, Билли. Привет, Чарли. Это новое задание будет точно великолепным. Ой-ой, выглядит не очень хорошо. Осторожно. Чарли. Билли, что же нам делать? Чарли застрял. Ты прав. Супергрузовик сможет ему помочь. Он все может. О! Смотри, Карл, это фейерверк. Кому-то нужна твоя помощь. Ого! Это потрясающе, Карл! Ты превратился в гигантский бур! Поехали, супергрузовик! Ты нужен Чарли! Супергрузовик приехал помочь вам. Не волнуйся, Чарли, мы быстро тебя достанем. Итак, что будем делать? Ну, конечно, ты пробуришь путь к Чарли. Остановись, супергрузовик. Часть здания вот-вот упадет на Чарли. Мы не можем добраться до него таким образом. Куда ты едешь? А, ты проделаешь путь к нему снизу? Блестящая идея! Держись, Чарли. У нас есть план.
Супергрузовик пробурит тоннель, чтобы достать тебя оттуда. Давай, поехали! Сработало! Замечательно! Мы так рады, что ты теперь в безопасности, Чарли. Отличная работа, супергрузовик. Ты снова всех спас. Эй, ты прав. Я не заметил, куда уехал супергрузовик. До свидания, друзья. До новых встреч. Супергрузовик! Привет, Сьюзи! Какие прекрасные цветы ты собираешь! Смотри, а вот и Мэтт. Он ловит рыбу. Привет, Мэтт! Будь осторожна, Сьюзи, ты очень близко к краю. О нет, это ужасно. Сьюзи упала в реку. Мэтт, Сьюзи упала в реку. Что же нам делать? Хорошая идея, Мэтт. Позовем супергрузовика. Он нам быстро поможет. Супергрузовик, Сьюзи нужна твоя помощь. Она упала в реку. В какое транспортное средство ты будешь трансформироваться, Карл? Не могу поверить, ты превратился в подводную лодку. Быстрее, к реке! Нет, Сьюзи! Там, на воде, это супергрузовик! Супергрузовик разгребает песок в реке, чтобы освободить твои колеса, Сьюзи. Он убирает все водоросли. Он сделал это! Хватайся за веревку, Сьюзи!
Супергрузовик спас нас! И Сьюзи теперь в безопасности! Вот твои цветы, Сьюзи! Я думаю, ты усвоила урок. Нужно быть очень осторожной возле воды. Спасибо тебе, супергрузовик! До новых встреч, друзья! Трансформер Карл. Привет, Эмбер! Как твои дела? Оу, Эмбер, с тобой все в порядке? Ой-ой, ты ехала к эвакуатору Тому. Он приболел? Нам нужно найти кого-нибудь, кто мог бы заменить тебя. Не двигайся, я позову трансформера Карла. Он поможет тебе. Карл, скорая помощь по имени Эмбер попала в аварию. Но ведь она единственный врач в городе, а Том приболел. Ты просто обязан помочь. Отлично, в путь. Да, замечательно, Карл. Давай ты превратишься в машину скорой помощи. Трансформируйся, Карл. Ого, Карл! Поспеши, Карл, мы почти приехали. Смотри, Карл, а вот и Эмбер. Все в порядке, Эмбер, Карл уже приехал. Эмбер, сейчас Карл поедет к Тому, так что не нужно больше беспокоиться. Вот мы и приехали, Карл. Привет, Том. Эмбер попала в беду. Сегодня ее заменяет трансформер Карл. Что с тобой случилось? У тебя жар!
Том, скажи «а-а». Хорошо. Ты кашляешь, Том? Итак, Том, похоже, ты очень много работаешь последнее время. И все, что тебе нужно, это отдых. Через несколько дней сможешь вернуться к своим обязанностям. Ты отлично справился сегодня, Карл. Огромная тебе благодарность. А теперь пора домой. До встречи, Карл. Скоро увидимся снова, друзья.